Мы должны понимать, что горе проявляется на многих разных уровнях. Если умрет кто-то из близких, родные это почувствуют, потому что внутри тела протекает определенный процесс. Поскольку те, кого вы называете родителями, являются основой вашего тела, то вы связаны памятью на глубоком уровне. Как пережить боль от потери близкого человека, особенно родителей? Что нам делать, если мы не можем приехать на похороны и провести необходимые ритуалы? Смерть просто означает, что тот, кто был для вас близок и доступен, теперь отсутствует. Вот и все. Вы рыдаете не потому, что исчезла одна жизнь. Просто тот, кто заполнял часть вашего коллажа, исчез и оставил пустоту в вашей жизни. В зависимости от того, насколько вы были близки с умершим, настолько большой будет оставленная им пустота. Так что вы страдаете не из-за смерти человека, а из-за размера той пустоты, которую он оставил в вашей жизни. Допустим, умер дальний родственник, какой-то коллега или знакомый. Один час вы будете горевать, а потом успокоитесь. Но если уйдет очень дорогой и близкий человек, после него останется огромная пустота. Проблема в том, что вы пытаетесь заниматься этой пустотой внутри себя. То, что я скажу сейчас, может показаться немного жестоким по отношению к тем, кто сейчас переживает такую ситуацию. Но необходимо это понять. Если кто-нибудь, только что потерявший близкого человека, ищет утешение, если он придет ко мне, я, конечно, позабочусь о нем и утешу, но вы должны определиться, хотите ли вы утешение или решение для своей жизни. Потому что сегодня умрет один человек, завтра другой, послезавтра я сам могу умереть. Неважно. Люди продолжают умирать, потому что мы — смертные люди. Давайте поймем это. Все мы смертны. Мы должны запомнить раз и навсегда. Мы смертны по своей природе. Итак, сказав все это, если говорить о горе, мы должны понимать, что оно проявляется на многих разных уровнях. Существует горе на ментальном уровне, когда в мыслях и эмоциях вы переживаете потерю человека. Но в зависимости от того, какой объем памяти вы создали в своем теле по отношению к этому человеку, если это ваш ребенок, или муж, или жена, или кто-то еще очень близкий, тогда в вашем теле появится определенный объем памяти, который в йогической традиции мы называем рунанубандха. То есть тело развивает привязанность за пределами дружеских, товарищеских, любовных и любых других отношений, проявляющихся на ментальном уровне. Само тело делает это. Все люди способны чувствовать подобное. Если кто-то из близких умер вдали от них, то хотя им об этом еще не сообщили, неожиданно они ощущают упадок сил. Они не понимают, что происходит, но внезапно становятся почти больными. Они чувствуют себя совершенно опустошенными. Затем, через несколько часов или дней, до них доходит вести. Но они что-то почувствовали задолго до этого, потому что в теле протекает определенный процесс. Память начинает разрушаться, и вы ощущаете какое-то опустошение. Рунанубандха по отношению к родителям и детям наиболее сильна до 21 года. Когда вы достигаете 21 года, это называется первой четвертью. С позиции йоги, 84 года — это жизненный цикл. Первая четверть — это 21 год. Если до 21 года вы потеряете родителей, или если вы потеряете ребенка, ваше 21 года, боль будет не только эмоциональной, но и физической. Она проявится в теле, потому что тело обладает сильной рунанубандхой. Но после 21 года боль в значительной степени умственная и эмоциональная. Когда мы говорим «рунанубандха», мы не имеем в виду умственные или эмоциональные страдания. Мы говорим о физической памяти. Тело обладает памятью, поскольку те, кого вы называете родителями, являются основой этого тела,
Вы связаны памятью на глубоком уровне. И эта связь наиболее сильна до 21 года. Когда вы пройдете этот период, связь ослабнет. Пропадет ли она? Не пропадет полностью, но ослабнет. Допустим, вам 42 года, и вы мужчина, тогда у вас все еще достаточно болезненная рана-нубандха. Но если вам 42 года, и вы женщина, тогда ваша рана-нубандха будет почти незаметна. Нельзя сказать, что ее нет, она присутствует, но она очень слабая. Вы будете испытывать страдания, в основном на уровне ума и эмоций. Если ваш ум очень стабилен и эмоции уравновешены, то вы увидите, что справитесь с этим без особых усилий, потому что в системе не происходит никаких физических потрясений. Но в то же время, если такая женщина потеряет супруга, такая рана-нубандха причинит ей физическую боль, потому что это другой тип рана-нубандхи. Ребенок младше 7-7,5 лет не имеет развитой рана-нубандхи. Его родители могут нести невероятную рана-нубандху, но у него она слабая. И это происходит не только по психологическим причинам. Ребенок до 7-7,5 лет меньше страдает. Он не переживает это физически. Он может страдать из-за того, что о нем не заботится или в каких-то похожих ситуациях. Я не хочу вдаваться в детали этого механизма, но если вы женщина старше 42 лет, и вы потеряли кого-то из родителей, вот почему в индийской культуре от женщин не требуют совершать посмертные ритуалы. Ритуалы совершаются скорее для умерших, чем для вас. Но если вы моложе 21 года, совершение ритуала очень важно, потому что это нужно и ушедшему, и вам. Это очень важно для вас, потому что кто умер, тот умер, что случилось, то случилось. Но ваша жизнь может остаться в постоянном смятении, потому что существует физическая память, которая будет мучить вас на другом уровне. Даже если ваш ум стабилен, эмоции очень уравновешены, все равно внутри вас будет происходить некоторое мучение. Для этого существуют йогические процессы, с помощью которых вы сможете восстановиться. Существует целая система того, что нужно делать. В центре Йогиша мы сохранили эти процессы на очень активном уровне. Для тех, кто потерял близких, мы проводим определенные процедуры, чтобы удалить физическую память. Когда физическая память стерта, самостоятельно справиться с ментальными страданиями можно намного проще. Как совершать ритуалы кармы и крии для умерших, если вы не можете сделать их физически? Самое простое — погрузиться в трехдневную садхану. Вы можете сделать это внутри себя. После определенного возраста мы делаем ритуалы в основном для умерших. Но остается некоторая составляющая — память уходит не полностью. Наши тела никогда не бывают на 100% свободны от генетического процесса, который мы получили от наших предков. Есть способ быть выше этого, но мы не можем быть абсолютно свободны. Физическое тело функционирует определенным образом. Лишь 3 дня уединения и садханы определенного типа. Если вы не знаете ничего другого, просто интенсивно произносите махамантру «Ам Нама Шивая» в течение 3 дней так много, как сможете. Если будете выполнять это минимум по 4,5 часа в день, то вам не нужно будет особо беспокоиться обо всем, потому что это тоже хорошо — уединиться в чувствительной ситуации. Но сегодня смерть, похороны и все, что делается после смерти, стало социальной чепухой. Вам нужно собрать у себя людей, подать им еду, напитки. В западных странах это очень распространено. И даже в Индии развивается что-то подобное. Лучше всего просто удалиться от общества и всей чепухи и провести некоторое время в уединении. Когда близкий вам человек уходит,
Важно уединиться и заняться собой, вместо того, чтобы просто стараться быть внутри социума, стараясь отвлечься. Распространенный в обществе способ справиться со своим горем — это «схожу в кино, почитаю книгу, посмотрю телевизор». Не пытайтесь отвлечься. Когда внутри нас происходят проблемы, мы должны решать их непосредственно. Не пытайтесь отвлечься. Отвлечение — это не решение.